Зайка. Всем привет. Друзья, всем привет. Как вы знаете, мы сегодня были у Тёмки на день рождения, у племянника и крестника одновременно. Поздравили его, посидели, выпили, покушали, приехали и на хозяйство сразу. Уже, правда, потемнело, но ничего. Вон, он. Гляньте, лезет опять в корыто. И мы когда ездили сегодня по подарок, заехали в ветаптеку, друзья, купили сухого молока немножко. Оно очень хорошо пахнет, добавлять немножко свиноматком. Они тогда вообще хорошо едят дробленку. И взяли рыбной муки немножко, килограммчик. А из-за чего мы ездили, вообще зашли в аптеку, взять еще железо. Потому что, помните, когда мы второй раз кололи вот этих поросят, я говорил, что мы этих прокололи. Но уже надо колоть еще один раз их. Поэтому мы купили еще железо. То есть вот таким мы прокололи. То есть мы, которым первое кололи, мы его как бы не считаем. Потому что, ну, они все равно. И те, ну, первые запоносили. И как бы мы приняли решение, что проколем два раза вот такими. Поэтому купили. Ну, сегодня проколем. Немножечко дольше останемся. Ну, ничего страшного. Индюкам метронидазол подавали уже. То есть, 5 дней. И уже даем вот такой трисульфон. Тоже пропоем на всякий случай. И уже будет все отлично. И, друзья, у брата насобирали, как вы знаете, я груши люблю. И у него там они там падают некоторые. И мы такие очень вкусные грушки. Я с удовольствием их скушаю. Надя еще яблоки себе рвала. Забыла одно яблоко. Я яблоки не рвал. Так что такие дела. Кстати, сегодня, друзья, звонили несколько раз. Ну, мы, в принципе, так и думали, что позвонят. Но. Позвонят в этот, как сказать, на выходных. Так и получилось. Завтра должны приехать смотреть. Ну, я думаю, возьмут. И спрашивают все кабанчиков. Один спросил, говорит, если что, покастрировать можно. Ну, я говорю, если что, я покастрирую. Сразу им, и пускай будут забирать. Так что такие вот дела. Вот. Да, ребятня? Оп. А ну. Этот сразу лезет. Патики. Но я не трогаю никого. Патики. Ну, а так кабанчики вообще великолепные. Вот эта свинка и вот эта. Эти уже завтра тоже заберут, по идее. Ну, посмотрим. Я надеюсь, что продадим всех поросяток. Ну, а те уже там через дней 10 тоже выставим объявление. И будем продавать. Да? Ну, а потом, друзья, мы, как спрашивали, когда вы отлучаете, мы не отлучаем поросят. Они уже кушают, мы их сразу заберем, прямо отсюда, ну, люди заберут себе домой. Так что такие вот дела. А где тут еще один? А, вон он спит, а я, вон свинья, а я думаю, считаю 8 штук, но их же 9 должно быть. Не пойму, чё ты кричишь? Чё ты кричишь? Тебе же там насыпали. Сейчас туда нальется молоко. Они все равно ждут такого настоящего молока. Зай. Да, сейчас подаю. На водичку всем налить. Ну и мы когда, если понятно, поросята останутся, тогда мы уже их будем куда-то, как сказать, определим. И тогда уже проколем свиноматок, что им надо. А? Что
ему говорят, ты что кричишь, иди сюда. Иди. Иди сюда. Иди. Проколем то, что надо, им от листов там, ну, этот. И уже будем покрывать. Не кричи, не кричи. Гляньте, залез в корыто и кричи. Иди сюда. Вылазь. Вылазь ты. Иди погуляй. Голова. Оп-оп-оп. Все боятся, кроме этой, этого кабана. Он такой шустрый, да? Да, да, да. Выходи. Офигенно закрывает. Что ты его выходишь? Гляньте, гляньте, что творят. Так, а эти? А эти тоже там. Смотри, смотри, бежит, перевелся, все. Да, пойдем. Да. Иди. И, друзья, чуть не забыл показать, я ее достал. Он с тобой пошел. Ты куда? Выходи, заходи на место. Пускай погуляю. И, друзья, у брата, я ему звонил, он там делал, короче, процедуры с диском. Я говорю, а нема там диска одного. Я давно хотел себе такой, он говорит, есть. И вот он забрал, ну, с бригады домой. И сегодня отдал мне. Я его заварю. Ту дырку. Ну, короче, сделаю, друзья. И мы в ближайшее будущее что-то приготовим уже на нем. Все давно говорят, что-то надо на костре. Мы тоже с Катей думаем, реально лето заканчивается. И нужно что-то сготовить. Чтобы, ну... Потому что зимой, хоть и можно и зимой готовить, но зимой все равно не то. Летом намного лучше. Заварю, ну я вам все покажу. Может ручки, ну не может, а ручки сделаю, короче. И может даже подставку какую-то. Хотя подставку делать не буду. Или нет, сделаю как раз, чтобы она ставилась в этот мой, мой мангал. Нюшка, ты что вышла? Такое пузо не знаю. О, наелась. Что ты наелась? Это кабанчик вообще такой. Ой-ой-ой. Все. Друзья, еще. Вчера я сказал, что Володьке помогло. И... многие спросили, что вы сделали. Вот такой, как вы знаете, у нас эктосан был. Развели, получается, один кубик на 50 кубиков воды. И обработали Володьку. Этот, вот этот новый мы еще не обрабатывали ним. Вот этот сработал. И получается... Володя, иди. Вы видите? Вы видите? У него... начали уши заживать. То есть мухи, получается, не кусают его. Так что, кому надо, вот этот вот, видите, как сработал. Это я не рекламирую, просто спросили, друзья. А этот мы даже еще и не пробовали. И, друзья, мы так с Катей говорим, уже дня три, наверное. Ну, мы по-светлому здесь управлялись. Вчера плохо мне было, мы пока пришли сюда... Вчера вылетело из головы. А сейчас мы пойдем. Мы, я же не дорассказывал. Мы с Катей разговаривали, что нужно посмотреть у утки, что там. Потому что сидит долго и неизвестно, что там. Может, хоть бы яйца не пропали. Ты корма Володьке дала, да? Все, все, Володя. Кушай, так, кушай. Индюки он повыходили. Он яичко. И, друзья, посмотрим сейчас, что там у нее вместе с вами. Потому что мы реально уже дня три... смотрим, смотрим, что там. Ой, хотим посмотреть. И так. А сегодня как раз совпало, что темно. Мы, в принципе, с поднятым настроением, да? Так, у уток тут все есть. Водички поменяли. Они сейчас поколупаются немножко. Вон те. Я давно их не видел. Глянь, какие не большие, приходил, да? Сюда не, да, тут я управляюсь у уток. А этот, глянь, какой. Да.
Хотя... Ну, короче, им тут хорошо. Так. И, друзья, сейчас посмотрим вместе с вами. Потому что уже должны быть утята давно, а мы так разговариваем, то... Давай сначала достанешь, а потом я себе потушу, да? Да. А ну. Сейчас, чтобы она меня не покусала. О, ау! Ох, и утка. А ну, осторожно. Осторожно, уточка. Сейчас посмотрим. Ну, яйца теплые, хорошие. Так. Ого! Что? Гляньте, мы как почувствовали, друзья. Что такое? Вон, проклюнулся уже. Где? Сейчас покажу. А, вот, я уже увидела. А вот это яйцо холодное, походу. Оно я уже увидела. Видишь? Вот это. А, ну, оно запуталось. Сейчас, так. Вот это вот. Да. А ну, выключай свет. Друзья, сейчас, уже держи телефон. Вот это холодное какое-то. Подожди. Фух, я аж запереживал. Друзья, получается, мы еще вовремя пришли. Сейчас давай фонарик. Получается, выключай, да. Угу. Гляньте. Оно видно? Вон он, живой. Ложи. На уточка тебе раз. Оно, но этот по-любому, гляньте, без вариантов живой, он уже шевелится там. Сейчас. На. Ой, уточка, ну зачем ты меня клюешь? Ох, и больно клюнула. Видите, а этот, конечно, отстает, через пару, да? дней. Да, но живой. Ну, ничего страшного, если что, утята отсадим, чтобы она досидела. Ох, и больно кусается. Так. Да, этот, видите, тоже уже шевелится. Яйцо уже, камеру воздушную он уже проклюнул. Будет сегодня-завтра вылуплен. Ох, и больно это кусается, утка. Молодец. Да, этот тоже. Камера проклюнута. Он живой. Угу. Так, а сколько яиц? Я так и не посчитал. Пять положили. Это шестое, да? Угу. Этот живой тоже. Видно, шевелится? Ну, он такой... На камеру плохо видно. Ну, видите, он у него... Ой. А, то на улице, друзья. Я думала, они уже пикают. В яйце здесь. Так, это тоже воздушную камеру проклюнул. Вот он. Возле пальца. Не видно его? Так. Ой, сколько яиц? Я опять не посчитал. 7. А этот тоже проклюнулся, друзья. Гляньте. Вот уже. Не видно? Покажи. Вот, проклюнуться. Видно. Лопнутое яйцо. Этот живой? Так, этот тоже вот живой. Выключай. Вот он. Видно этого. Сидит. Видно. Ну, все яйца. 14 их, по-моему, было, да? Или 11? Наверное, я точно 11. Наверное, 11, потому что 9 и 2 у тебя осталось. Да, 11. Да. Живой. Все, это как 10? Мы вовремя... Совпал. А, этот тоже проклюнутый. Вот, лопнул. А ну сейчас, а ну-ка. Подожди. Он прям тут шевелился, я только что почувствовал. Вот, видно. Шевелится, он шевелится здесь. Видно, ложи. Все, уточка, на тебе твоих деток. Все. Там нужно будет смотреть. Наверное, завтра, послезавтра уже будут утята. Единственное, я переживаю, тот один. Вот видите, как он получается... Утка или какая-то позже поднесла его, потому что, видите... Если что, заберем их. Она пусть всех выведет, а потом да, ее... Да, посмотрим, друзья. Короче, вот такие вот пирожочки. Персик. Ну, Мартин, нужно... Не надо, Зай. Не. Я специально только траву даю. Только траву. И не то, что траву, друзья, а сено. Сено и водичка. Так что такие вот дела. Все. Видите, как все совпало. И с Тёмкой, Тёмку поздравили. И еще и утята вот скоро вылупятся. Единственное, сегодня Баксик целый день дома сам один был. Такой грустный. Мы приехали, он, знаете, как начал обниматься.
Ну, целый день. Мы его так никогда надолго не оставляли. Обычно мы его... Ну, сегодня мы не смогли его бы взять. Так что такие дела. Все, друзья. Всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки обязательно. Пишите комментарии. Всем пока. Пока.